Такой классный, вообще удивительный, просто невероятно. Там мужик один ко мне позвонил, говорит, страх такой, не знаю, что делать там туда-сюда. Я ему говорю, слушай, ты возьми просто, начинай говорить в полголоса, свободно, распевающий, страх такой, не знаю, что делать, страх такой, не знаю, что делать, ходи по комнате или сиди. Ну как тебе сейчас достает этот страх, что тебе так прямо умереть, да? Ну прямо так и говори, что в голову приходит. Выговаривайся, выговаривайся, распевайся, выговаривайся. В голову приходит, так мне страшно, не знаю, боюсь умереть, ну что мне делать, как же мне жить, как бы, ну что такое, почему у меня сегодня такое, паника какая-то, ходи, 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 выговаривайся, выговаривайся, все, что в голову приходит, распевайся, 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 ну что, ты что, уже выпрямился немножко? А, я же вижу. Ну ты молодец. Смотри, уже немножко улыбаться начинаешь. Так распеваешься, распеваешься. И смотри, голос какой. Ну давай, попробуй теперь. Я ехала домой. Ну можешь, нет? Ну давай, да, пой. Не, еще не можешь. Ну давай. Ну зато интересно, правда? А что со страхом? Сколько у тебя было в начале и сколько сейчас? А, еще столько. Ходи туда-сюда по комнате, или хлопай, хлёст делай, или шалтай-болтай делай. Выбирай то, что тебе подходит, то, что тебе проще делать. Ничего не хочется делать. Не надо. Напевай, как мне плохо, как я боюсь, какой страх у меня. Я умру, я сейчас 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 умру. Что, легче становится? Молодец. Вот так, распевая, пропевая, пропевая, пропевая. Не выпевая, а пропевая. Да, ну давай, давай, до встречи. А сколько делать? Ну, каждый день, несколько раз, как тебе удобно. Когда в голову приходит какое-то паничное состояние там у тебя на душе, когда в голову приходит, что ты можешь умереть, да ты бери просто и распевайся, распевайся. Выговаривай все, что в голову приходит. Давай. А потом мне еще напиши. А я тебе дам совет дальше. Да, давай.